Первый день охоты. С учетом того, что приехали к обеду, решили попробовать поохотиться на зайца-беляка. Вот в таком лесу. Мы по дороге видели несколько штук, но пока я прошел, ничего нет. Следы видны, правда. Будем искать. Вот заваленная осина, и вот тут зайчик кушал, куру убирал. Значит, где-то они есть. Пару часов уже проходил, чуть пока зайцев не видно, зато видел копалух. Тут говорят, и глухарь сейчас попадается, поэтому будем еще и глухаря искать. Лицензия есть, рябчик, глухарь, ну пока только копалух видел. У нас какой-то другой, более травянистый участок. Какой-то водоем даже есть. Пока тоже тихо. Увидели на лёжке его, и он спал, и когда проснулся, я уже был на такой дистанции, что можно было стрелять. Между прочим, двойкой стрелял, и тем не менее он побежал. После первого выстрела он ему в голову попал, и ноги перебило. Вот, сейчас покажу. О, вот он, заяц-беляк, собственной персоной. Первый мой, кстати говоря, тоже беляк. В Алматинской области беляк водится, но очень редко. Вот, и, в общем-то, у нас, по-моему, охотничьих хозяйств, которые проводят охоту на зайца-беляка, в Алматинской области, по-моему, нет. И получается вот такой вот зверь. Летело несколько копалук, может быть, и глухарь должен быть. Смотрите, вышел на гребень, тут такие вот холмики, что-то зайцев не густо. Ребята, супер мне повезло, даже не знаю, в общем-то шанс был, что попадется глухарь,
Вот, я в очередной раз пошел искать зайца. И бинокль просматривал, увидел кусочек белого снега, подумал, что заяц. Бинокль, и смотрю, глухарь, елки-палки. И ползком, ползком, буквально по миллиметру дополз, а он эти камушки тут собирает, на галечнике. Вот, у меня только тройка была, я и боялся шуметь, короче говоря, первым выстрелил. Куда-то, ну, только голову видел, в шею стрелял. Он взлетел, но видно было уже, что подранок, и я вторым, и у него уже перо раскрылось. И под перо, и тройки хватило, хотя стрелял, получается, 35 метров контейнером. Вот, вот такая вот удача, я не знаю, просто супер. Вот, Восточный Казахстан, глухарь, заяц, лось, и все за два дня.